Всем привет, меня зовут Никита, и вы находитесь на канале Мастер Блайт. Рядом со мной находится Дмитрий Леднев, который сидит со мной в комнате. Вот мне администратор в игре Cockroach Simulator пишет, что я лох. Шикарное начало. Здесь прям вообще шикарно. Все, начинаем просто бой сейчас. Играем мы за таракана. Японский ты городовой. Нахай! Да, ты чё ты творишь? Прекрати, чувак. Подожди. Тихо. О, быстрее, пока он не спалил. Оп. О, хавка. Похавали нормально. Ружье возьми, да? Подожди, я, короче, блин, я раньше играл в эту игру. И наверху где-то должна была быть муха для того, чтобы, типа, летать. Нет, я хочу как раз на люстру залететь с помощью этой мухи. Так, еще хавка. Я тут, братан. Админушка. Ой. Он это дезиком да пользуется, видишь, дезик. Ой. Он по ящикам шныряется. Ёб твою мать. Не попал. Ни разу. Есть не пробить, так скажем. Братан. Прикольная татуха. Братан. Ой, бля, убери кастрюлю. Это мой страх жизни просто. О, тебя глючит, чувак. Надо похавать, знаете, срочно. Оно может быть в шкафчиках, например, где-нибудь, я хрен его знает. А, на подоконнике, по-моему, должна быть. По-любому хавка на подоконнике. У меня вот дома на подоконнике иногда есть хавка. Есть хавка? Это не у меня дома, значит. Таракан пришел не по месту адреса. Не по месту прописки. Открывай свой... Ой. Да где я? В какой я плоскости, твою мать? Ага. А я залезть не могу тут. Ох, вот это что за звук она издает? Нет, я не тут. Ох. Вот это звуки она издает, конечно. Так, тут хавки нету. Идем дальше на следующую полку. Сковородка. Эх, Диман, ты бы сейчас слышишь, какие она звуки здесь издает. А, ну да, на видосе потом, да? О, она радио переключила. У нас теперь советская какая-то песня играет. Ну, в принципе, собственно говоря, если так посмотреть на квартиру, то она похожа, в принципе, на какую-то малосемейку. Ложки в воздухе висят. Где еще-то хавку найти? Что такое? Почему нету хавки? В холодильнике хавка по-любому. Но холодильник, блин, по-любому закрыт. Где я? А вот я где. Так, по верхним полкам полазим. Может, тут есть еда? Нету. Муха. Вот ты гад. Он все уже, типа, это... Выпилился. В принципе, это, знаете, такое было короткое видео. Я его выложу на канал чисто для того, чтобы заинтересовать Дмитрия, чтобы он все-таки со мной решил в нее поиграть. Сегодня, может быть, завтра. Ну, в любое свободное, когда у него время будет. Поэтому всем пока. Меня зовут, с вами был Никита. До новых встреч.